Ну и страшная же ты. Как уголь. Да я и заеду битый парочку раз, станет еще красивее. Вставай в очередь, я первый ей ебальник снесу. На этой ноте, Карп, мы с тобой попрощаемся. Да мы ж только встретились, какой прощаться? Перед тем, как ты сделаешь из нас полностью послушных зверушек, позволь задать вопрос. Ну, спрашивай. Весь этот пиздец, что ты делала, это что, магия? Ты колдунья какая-то? Или, блядь, демон из ада? Шлюха! Вот она кто! Да погоди ты, Моника, грубовато как-то, она не будет отвечать, если так будем говорить. Ты можешь создавать целый мир, настоящую иллюзию. И такую правдивую, что поверит любой. К чему ты клонишь, Карп? Ближе к делу. Я прожил целых 100 дней в этой иллюзии и не усомнился в ее реальности. Слушай, Демонесса. Шлюха! А можешь создать для меня еще одну иллюзию? Зачем мне это? Карп, чего? Какая еще иллюзия? Я... С ума сошел? О чем ты ее просить? Я буду служить тебе. Карп? Уже служишь. Мне настолько понравился этот мир, где я последний парень на земле, что я не хочу лишаться его. Карп, ты чего? Решил договориться о чем-то с демоном? Моника, не лезь. Госпожа, я могу привести для тебя новые души, новых людей. Что ты на это скажешь, а? Да то, что ты ебанько! В таком случае ты снова сможешь подкрепиться. А взамен я прошу всего лишь вернуть ту самую иллюзию, где все девчонки бегали за мной. Ты ведь понимаешь, что мне нужны не просто души, а отчаянные? Понимаю. Я сделаю все, что потребуется. Карп! Ты чего? Заткнись, Моника. Ну так что? Что ж, хорошо. Принеси мне 3 отчаянные души. И снова будешь пребывать в своем иллюзорном мире. Я сделаю это для тебя. Чудесно. Значит, всего 3 души. Козел ебаный. За дело.